сегодня будем делать параллельные мини-брусья такие специальные, чтобы можно было заниматься всякими отжиманиями, стойками на руках, делать уголок в домашних условиях. Но много раз я видел эти брусья на видео, в Ютубе, и вот наконец созрел, чтобы их сделать. Значит, что нам для этого потребуется? Вот станок для сварки полипропиленовых труб, ножовка резать трубу. Сама труба, эта труба диаметром 25 миллиметров на 4,2 СДР. Вот она армированная для отопления. То есть она несколько жестче, чем просто труба, которая для водопровода. Так, вот таких 8 заглушек, 4 тройника и 4 угольника. Полипропиленовую трубу я предварительно разметил с помощью рулетки и карандаша. И потом на карандашной отметке намотал изоленту, чтобы просто было заметней. Получилось 2 отрезка по 610, 4 по 203 и 8 по 121 мм. Таким образом, это ровно укладывается в 3 метра. Так, начинаем резать трубу. Режем ножовкой. Режем так, чтобы карандашная риска оставалась справа от полотна. Ну, то есть изолента оставалась на отрезаемом куске. И стараемся максимально перпендикулярно делать рез. Вообще, у меня до сих пор вызывает сомнение жесткость этих брусьев. Ну, поскольку пока не сделаешь, не узнаешь. Поэтому делаем. Ножовка мне не очень понравилась. И я достал из заначки вот такой инструмент. Называется стусла. С ним гораздо удобнее. Одеваем насадку на 25-ю трубу. И включаем на нагрев. Итак, все детали готовы. Аппарат у нас прогрелся. Сейчас будем делать первую склейку. Так, время нагрева 25-й трубы 7 секунд. Давно этим делом не занимался, но давайте попробуем. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и... Но лучше, конечно, делать на свежем воздухе, потому что есть некоторый запах. Так, вот у нас получилось 8 таких деталей. Следующая операция, будем брать тройничок и к нему приклеивать вот эти с двух сторон ноги. Вот так. Лучше делать пока однотипные операции, поэтому к каждому тройнику приклеиваем по одной трубочке. Потом будем приклеивать уже вторую. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и... Так, вот у нас готовы 4 такие детали. Теперь угольнички привариваем к стойкам. Еще надо обратить внимание, что когда свариваете, чтобы это надписи, допустим, были где-то внутри. Они особо не являются украшением. Так, теперь мы имеем 4 таких детали. Теперь берем длинные палки и свариваем их с этими угольничками. И 4, и 5, и... Тут надо по возможности хорошо соблюсти прямой угол. Так, вот что получилось. Вот видно тогда. Сейчас берем, привариваем вторую. И тут надо уже плоскость еще соблюсти потом. Вот что получилось. Мы имеем две вот таких перекладины. И теперь мы к ним будем приделывать вот так вот ноги с двух сторон.
и все. Вот мы имеем две таких штучки. Сейчас пусть они остывают, и потом мы проведем ходовые испытания. Вот теперь можно заниматься на свежем воздухе. Так, первое впечатление о брусьях. Ну, первое впечатление такое, что очень хорошо для отжиманий. Вот, поставил. Хорошо, хорошо так опускаешься, мышцы растягиваются. Можно пошире оставить. Чудесно просто. Можно делать уголок, но уже не так красиво. Ну, можно какие-то, наверное, вот такие делать. Уголок тренировать тоже можно. Что еще можно? Стойку на руках я бы не рискнул. Потому что вот эти штуки могут разъехаться. Когда вот так ставишь, когда скользкая поверхность, и начинаешь, вот они расходятся. То есть, по-хорошему, надо было тут уголок и связать их в единую конструкцию жесткую, чтобы они не расходились. Но это можно доделать. Эти отрезать, приварить уголок и замкнуть эту конструкцию. Тогда будет жестче. Вот, а так, в принципе, очень хорошая вещь, я думаю, что для тренировки отжиманий и для уголка. Уголок отрабатывать, ну, вот только не на этой поверхности. Может быть, если будет какой-нибудь ковер, где она воткнется. Ну, в принципе, нет, ну, как-то вот стрёмно уже. Вот. Конструкцию оцениваю на 4 балла. На 4 с минусом. Или надо более толстую трубу, или все-таки замкнуть, чтобы это было более жесткое. Все, уже почти стемнело, заканчиваю.